Всем привет! Хотел показать типичный пляж в Австралии. Как сказать, 80-90% наверное, всех пляжей, они это дикие пляжи. Примерно такого формата. Так это все выглядит. Бывают большие, бывают маленькие. Но самое интересное, что вот бывает, что встречаешь. Это вот такие оплавленные части. И что самое интересное, я всегда думал, что, наверное, это из-за вулкана идет какие-то изменения породы, там лава и так далее. Может быть, да, до кондиции лава это и доходит, но это что-то другое. Если посмотреть структуру камней, они прямо впаяны, по сути, в одну часть. Это выглядит как большая лепешка, но это не лепешка абсолютно. Это какое-то, я не знаю, это похоже больше на оплавление. И вместе с этим, да, это как бы как лава, оплавленная очень сильно. И в ней камни. То есть получается, если что-то здесь и было под высокой температурой, то оно оплавилось и как бы смешалось с обычными камнями. Так это выглядит. Черный цвет. Видимо, да. Да, это очень интересно. Бывают другие виды пород, как бы оплавленных. Ну вот, в принципе, вот типично. То, что видно здесь в Австралии. Вот такого вида оплавления, это очень часто. Вот насчет вот этой гальки, вот этих камней оплавленных, это, конечно, даже не знаю, как это прокомментировать. Такое ощущение, что это могли быть какие-то конструкции, которые были обожжены, и они состояли из этих камней. Но в любом случае, это очень примечательно. И вот эта вся территория, она дальше длится. Вот это все это идет оплавление. Да, таких мест много. Не хочу сказать, что прям везде, но они, конечно, присутствуют. И всегда думал, что это вулканы. Нет, конечно. Если были оплавления, то должны быть и кратеры. Здесь нет никакого кратера. Даже никакого намека. Все плоско, как говорится. Как бы так. Сейчас еще посмотрю. Такая порода, она уже идет смешанная с другим цветом. Не знаю, из чего это. Вот. Вот еще идет оплавление. Прям видно вот эти линии, как будто это оплавилось, похоже на гранит или что. А, интересно. Так, как говорится, для информации. Всем пока.